Всем привет! Наверное, уже многие знают, что сегодня у нас происходит. Расскажу вам немного о том, что у нас сейчас происходит. После 5 часов утра до нас стали доноситься звуки обстрела. Богдан это слышал, но я спала крепко, и меня эти звуки не разбудили. Я проснулась, как обычно, около 7 часов утра, и сразу обратила внимание на звуки, которые доносились. Это мне довелось слышать первый раз в моей жизни. Я до этого воочию ничего подобного слышать мне не доводилось. Возникает абсолютное ощущение неизвестности и совершенно непонятно, чего ожидать каждую минуту. Я пошла выгулять Мишельку, и еще до открытия киоска с водой стояла большая очередь. Данил пошел, набрал воды. В итоге Данил пошел, долго простоял в очереди, он все-таки набрал воды. В кране напор воды у нас тоже очень маленький. Поэтому мы сразу набрали в разные емкости воды на всякий случай и пошли с Богданом в магазин. Когда мы зашли в АТБ, мы поняли, что здесь мы проведем не меньше часа. Поэтому мы пошли в другой магазин. Люди, понимая, что возможно перебои с продуктами, все сгребают с полок. Также большие очереди в аптеке, и многие из них уже закрыты. Закрыты также и многие частные магазины. Объявлено, что транспорт у нас сегодня бесплатный. Не знаю, ходят ли автобусы, но метро бесплатное. Через некоторое время я опять решила сходить в АТБ. Ажиотаж уже немного спал, очереди поуменьшились, появились тележки для продуктов, а также корзины для продуктов. Очереди гораздо уменьшились, но также и уменьшилось количество продуктов на полке. Следим за новостями и остаемся пока дома. До нас продолжают доноситься звуки обстрела. Иногда они настолько сильные, что даже чувствуется вибрация. На этом я пока буду заканчивать. Если будет возможность, буду информировать вас о событиях, которые у нас происходят. Я желаю вам здоровья и, главное, мира. Мы тоже все надеемся на лучшее.
Как говорится, надежда умирает последней. Подписывайтесь на наш канал, будьте с нами, смотрите нас. Всего вам самого доброго и хорошего, и до новых встреч на нашем канале.